Мое единственное аутентичное состояние на данный момент – это крутиться в колесе и думать о том, что я в нем кручусь, осознавать свое кручение в нем снова и снова, каждую секунду, каждую максимально маленькую единицу времени, которую только способна обрабатывать сознание. Я пытаюсь выбраться из него, но вот что интересно, это является неотъемлемой частью колеса или попытки из него выбраться, если даже не его основной целью или причиной существования. Выбираться из него или думать о нем, или думать о том, что думать о нем — это способ выбраться. Это все колесо. И даже то, что я думаю об этом колесе, как о том, что я только что описал, это тоже колесо. Это тоже колесо. Ощущение бесконечности, описание и ошеломление от того, что описательное и ощущенческое феномены сливаются во что-то невообразимое. Для того, чтобы суть феномена этого передать, необходимо пытаться узакономерить всю эту последовательность ощущений, думая, что это возможно, но в то же время осознавая, что невозможно. В то же время говорить о том, что это невозможно, и является частью описания, частью колеса, или даже его целым.